потом голос за кадром заслужит. Ну, солдат. Қайырды ұзылген? Үйіне? Так, мотор объем. Внутри с ними покажи. Внутри? Да. Это телефон. Там на кузов. Мотор получается трехлитровый, сам миллионник. А, ну, как бы считается 35, потому что две турбины. Угу. Еще такого рассказа интересного. Шестерка рядная. Моторы самые выносливые. Угу. Он до миллиона. Как говорят, миллионники моторы. Че? Самое интересное такое. Че рассказал вам самое интересное? Жрет много. Жрет сколько за 100? Если по трассе, вот чисто по трассе. 8,5, 8,7. Вот, если едешь. Это экономично. А вот если в городе и, ну, как тапку дал хорошо, то она и ест хорошо. Ага. Захотел ехать, ты 200, ага. Она тебе и едет 200 и жрет 15. А тогда это... Я думал, это на 100. А за цены, вот по ценовой категории, как бы сравнять и по качеству металла, пластика, вот этого всего, я бы такие деньги бы не отдал, как они берут новые. Ну что, скажи, это лучше, шум... да, тебе тянуться, как первая машина? Ну не знаю, мне, например, Е46, очень нравится автомобиль. Ну, у меня была Е46, это тройка. А, мне очень нравится, как бы она. Ну, дело в том, что в Иксах, не знаю, как у всех, ну вот я про это, да, именно вот этот X 9-го года, уже он идет рестайлинг со старым, еще остался тот же мотор старый. Да. Ну, кузов новый. Кузов новый, да. Коробка еще у нас идет шестиступенчатая, а уже дальше модели 10-го, еще идет 8 там ступенчатая коробка, насколько я помню. Как бы. А это вообще механический, да? Нет, это автомат. Автомат, автомат плюс механика. Там же переключение. Что? Механика? Можно переключать по механика. Что еще раз? Салоны у них, салоны есть разные. Можно салон. Шумоизоляцию самим делать, потому что нужно двери очень плотные, ну, как бы. Да. В том, что двери шумоизоляции вообще нету. И когда едешь, и кто хочет, подписывайтесь на канал, мы будем вот эту машину шумить, полностью будем ее делать шумоизоляцию. Чем быстрее вы подпишетесь, тем быстрее мы собираем деньги на шумоизоляцию. По заводской, да, на нее? Нужно делать. Шумоизоляция, как бы, очень, да, она очень плохая. Но из-за того, как бы, я все время ездил на седанах и пересел на такой универсал. Запасные колеса. Шутка. Шутка. Почему не новый? Вы черулинг у вас есть? Нет, вот мне нравится. Так как тут кнопочки нету. Мамурчик, а ну сними. Кнопочки нету, ничего нету. Это, да. Мне больше этим нравится, как бы, где есть кнопки, вот здесь все переламывается, вот, ну, как бы, и ага. Потом кнопка не работает. И как бы, кому не лень просто закрыть, вот так, класс, когда... пальчиком чик, и все. Все, да, и да. Она закрыта, не надо ни стучать, Артур, ни бить. Некоторые есть там, носит, там ключами да. Закроешь, когда это все автоматически закроется, правильно? Все, не, а этот не опускается. Не опускается. Не, он не опускается. Вот это мне самое больше нравится, чем... что более, ну, меньше всего этого электроники, кнопок, и кнопки, тут есть специальные какие-то провода, провода, и они перегибаются, ломаются, и кнопка тоже не работает, и все равно ты закрываешь так же. Ну а здесь есть доводчик, который не надо там стучать сильно, да, ты просто аккуратненько опустил. И все, он закрывается. Все, пальцем все. Придавил. А стук же не закрывается надо. И все, и как бы нормально. Как же хлопнуть с минусов? С минусов. Не, хлопнет это вообще. Фары вот эти, как бы тоже, они говорят, летят очень сильно, но пока не залетело. Да, они как бы... Быстро высыхают, ломаются.
Можно, можно было за эти деньги, как бы сказать, подороже. Слушай, это сбор, сбор вообще где это? США. Это США? Американский. Это США. Американский. А, вот. Заднего вида тоже очень летит. Сырочка, да. И она быстро ломается. Как бы надо тоже как бы внимание обращать на такую. Что интересует? Вот. Ну, про вот, мультироль. Вот, про роль. Можно, руль. Вот, можно подключиться. Телефон подключать можно. Да, да. Ставим ключик. А, это стоп. Кнопочку стоп, раз, да. Тебе чик. Старт, руль. Стоп. Как ты уже выставил себе. Кнопочку, кстати, по поводу... Там коробка автоматика и механика. Есть механика, да. Да. Есть коробка, да. Механика, спорт. Вот, нейтралочку клац. Задняя РТ, драйв, передок. Передок, да. В бок кнопочку сюда нажимаем. Это что такое, да, из бок. Это спорт. Кнопку нажимаю, ну. И сюда, и вот тебе. Это спорт. Да. Сюда, сюда. Вот. Если со спорта вперед, это вот будет мануал. Нажимаешь, когда вот спорт. Мануатовый. Вот, спорт нажал. Да. Нажал спорт. И потом уже переключаешься. Там первая скорость, вторая. Вон, если видно, обойди. Да. Видишь на табло, вот. Класс, это механика. Вот. Я сам. Первая, вторая, третья, четвертая, да, пятая. Да. Все. Нажми там на кнопку, чтобы не пищало зеленым. Горит. Вот кнопочку нажми. Вот. Да. От чего это? Драйв. Алосоль, да? Не забывайте сюда нажимать эту кнопочку. Очень-очень рекомендуется, потому что как бы. Сбоки, которые. Вот кнопочка, класс. Да. И все, ничего сложного нету. Аккуратненько, давить не надо. Все компьютеризировано, все можно смотреть. Значит, пробег там написано. Пробег 1770. Не знаю, оригинальный, не оригинальный. Ну, мне хотелось бы, чтобы это было оригинально. Да, это возможно. Ну, дело в том, что для этой машины это не пробег. Да, да. Скажу вам честно, это не пробег. Есть у них еще одна проблема, очень сильная проблема, это люк. Пробег, люк. Ну, обогрев. Каждый себе регулирует обогрев. Даже сиденье есть. Кнопочку нажал, ну, у вас попа греется. Да. Но это не новость для таких автомобилей, как бы современных автомобилей. Проблема в люке, если забиваются каналы от воды. Это в общем-то вода может быть в салоне. Сейчас бензин. Нет, это дизель. Дизель, да? Да. Дизель. За, вот, за 100 километров, это сколько живет примерно? За 100 километров, смотря где ехать. Если ехать в городе. По городу. От 10-12. Если ты старта хорошо рушаешь, то ну как бы, ну, хочешь кого-то наказать там, до 15 литров у тебя. А если ты будешь ехать нормально, спокойненько, никого не трогая, по чисто. По трассе. А, не, по трассе, то мы сейчас дойдем до трассы. Чисто никого не трогай. Нормально, типа как бы. Тебе не нужно даже стекла, можно опустить, показать, что ты за рулем. Тебе не стыдно на машине ехать. Типа, блин, не надо тренироваться, потому что ты же ты едешь, и тебя видят люди, блин, правильно? Да. Ты же дядька все-таки на твоей машине, блин. И будет он на тебе кушать 9 литров. 9,5. А если тапку давить, до 15. Так что сразу запасайтесь деньгами, дизелем. Или самогоном. Рекомендую. Можно взять, кататься на жизни. Да. Не надо бояться, типа БМВ, не БМВ. Закрой дверь. Раз, вложился и можно ездить. Все машины ломаются, все машины ломаются. Любые машины ломаются. Какую бы модель мы ни взяли, будет ломаться. А так, если руки есть, можно, можно делать. Все можно делать. Ну что можно сказать? Нажимаем колокольчик. Не забываем. Все решаем. Дворники, там, ну, как бы, еще не столкнулся я с этим, ломаются дворники очень часто, сама рампа, что-то там пластмассовые говорят, шестерни и трещаты, мне говорят. Ну, ломаются. Все, на осиму дать. Иногда, когда снег лежит, это, там в середине, когда снег лежит, все пытаются закренять. Не, в принципе, можно поменять часто. Не, это не то. Это все фигня. Я имею в виду за того, что внутри там рампа есть,
что движет дворниками. Там есть рампа, и она идет на не на железе, ролики какие-то эти шестами, а пластмассовые шестами. Когда снег, когда это вот такой, да, категория таких автомобилей, как бы в Эстонии, если как интересует, начиная от 10 тысяч, ну, годами, возьмем это 9-й год, от 10 тысяч и пошла выше, как он в состоянии, как бы она внешне по красоте, на особо, по ходовой части, мотор, если еще в более нормальном состоянии, нормально, как бы сказать, то она идет уже 15 тысяч, 14, 13, 12, ну, кого как. Кто торгует, если она не битая вообще не была, не крашена, то, естественно, люди хотят за нее денежку. Потому что никто не хочет отдавать за хороший, ну, хороший автомобиль просто бесплатно. Хош, дуслар, мана BMW X5 ҳақида сизларга маълумотлар бердик. Анча етарлича кўрсатишга ҳаракат қилдик деб ўйлайман. Обзорimiz агар ёққан бўлса, комментарийда фикрларингизни билдиринг. Кейинги видеомда яна бошқа мошиналар ҳақида гапиришга ҳаракат қиламан, кўрсатишга. Бу мошина Европада, Эстонияда олинди бу видео. Сизларга ёқди деган умиддаман. Кейинги видеода кўришгунча омон бўлинг, дуслар. Мен билан Артур.